Сальмонеллез – острое инфекционное заболевание. Подхватить его можно, съев зараженный продукт. Сальмонеллой часто бывает заражено куриное мясо и яйцо, но не только. Прежде всего, да, это курица, индейка, утка. Также могут быть заражены молочные продукты, рыбные продукты. Растительные продукты, как правило, не заражены сальмонеллами, или содержание их в минимальном количестве, и заболевания не возникает. Профилактика заражения простая. Первое – соблюдение гигиены. Для резки сырых продуктов используйте отдельную доску и нож. Храните сырое и готовое на разных полках холодильника. Если вот в продукте попала сальмонелла, и она длительно хранится, то она не только сохраняется, но и может размножаться даже в холодильных условиях. Необходима и правильная термическая обработка. Например, целую курицу рекомендуют варить не менее 1,5 часов. Не забывайте о том, что сальмонелла может находиться и в мясе сельскохозяйственных животных. А значит, любители стейка с кровью рискуют гораздо больше, чем те, кто ест хорошо прожаренный бифштекс. Варить яйцо нужно не менее 10-15 минут после закипания воды. Если мы жарим яйцо, то необходимо его также тщательно обжарить с двух сторон. Инкубационный период заболевания в среднем 24 часа. По первым признакам сальмонеллез легко спутать с начинающейся простудой. Сначала появляется слабость, недомогание, повышается температура, может появиться головная боль, и потом появляются симптомы со стороны желудочно-кишечного тракта. В зависимости от тяжести заболевания врач примет решение о госпитализации или лечении пациента дома. Но вызвать врача обязательно. Не занимайтесь самолечением.